И всем привет, с вами Демон и... Роман, здорово, здрасте. Сегодня поиграем в Brawl Stars, ну, как всегда, вместе. Да. Выполним мне квесты. Так, нанести 60 тысяч единиц с бойцом Кольт и выиграть парное столкновение. Вот и все. А у тебя есть какие-нибудь квесты? У меня... Я дома, в принципе, выполнял. Но 100 пудов добавили. Выиграть бой 3 раза с бойцом ПМ в режиме Brawl Boy. Ага, понятно. Сят, есть миссия для... Нету Brawl Boy нету. У меня есть только пара на столкновение. Но я буду за ПМ. Окей. Нет, тут пища надо... Да. Нет, я не хотел идти на 8 бит. Ну да, ладно. Да, спасибо вам. Фух. Просто... Всегда рад помочь. Вот, я этот... Его прокачал, у меня теперь, возможно, выпасть пассивка и... Гаджет. Блин, это очень хороший знак. Да. Я возьму на... Он на весь стаж в школе заорал. Бывает. Я возьму бро... Ура, я выиграл! Он немножечко тут свое сказал. Ну да ладно. Давай нажимай готово и погнали. Еще раз скажу тебе и 100 раз повторю. Говори громче, окей? Забирай. Кстати, скоро на моем канале выйдет новое видео. Так, давай помогаем. Помогай, Рома. Грохни эту. Штуку. Я буду банк убивать. Ну нам надо штуку эту грохнуть, понимаешь? А-а-а. А, ну да, да, зашибись. Классно. Тебя убил этот Бул, да? Ладно. Не знаю, что я сказал, но ладно. Я думал, у меня гаджет хороший, а он такой себе. Я хотел двоих убить, но у меня ничего не получилось. Киш, киш, киш отсюда. Киш. О, тик. Тик, тик. Давай, грохни её. Блин, теперь Макс не мал. Ну, ё-моё. Не Макс? Ну да, Макс. Девочка. Девочка Макса. Ну, Макс, она моя, Максим, он мой, логично. Ну, не знаю, почему, но она девочка. Так, все, давай нормально играть, что-то мы... Понял. Да, это была Роза. Так, у меня есть гаджет, который очень так хорош. Что он делает? Он большую ракету пускает. А, ну... Ну, как бы да, как бы да. Выиграй. Мы тебе аж апнули один кубок. Вау. Целый один. Я это заметил. Было бы хорошо еще получить хотя бы четвертый большой бокс, а то у меня... Да. У меня будет всего лишь три. Как было три, так и будет три. Просто тупо выполнил квест. Это так, да. Такое себе. Мне так надо вот еще вот... Ну, 420. Это у нас, не знаю. Можно тика вы этот, на 20-й, погнали. Я не боюсь, я умею играть на тике. Запомните, иди вниз. Я правда умею играть на тике. Он мне... Чисто вот так вот, опа. Опа, забрал? А, не ты забрал, ну, бывает. Да что такое? Бывает. Какой хороший, да-да-да. Интернет. Как всегда, я раздаю ему. Ну чё? Не может. Я буду снимать только бонус. Если это ленивый задник, не точно спать, не пролет до утра. Ну да. Ну да. А, на меня спать напал. Пожалуйста, спасибо за банку. Не благодари, ты там хорошо справляешься, не? Да вроде нет. Если нет, то иди наверх. Убежал вовремя. Спай. Может мне... А, не надо помогать. Мне так не надо помогать. Уходи! Оттуда уходи, Рома, она тебя с двух тычек убьет. Или может с одной я... Ой, ладно, иди на всех тогда. Какого Лего? Что за динозавры? Атакует, а? No.
Одна секунда. Неужели? Я выжил, выжил, я выжил. О, там Спайк. О, класс. Это Руслан, это Гаслан. Не знаю, как его назвать. Плохой человек. Баф, урод. А, нас три команды. Это очень сложно. Ух. Умри, сатана. Живи, пожалуйста, Рома. А, ну у тебя одна банка. У тебя одна банка. Ставь лечилку за этой. Ой, хотя бы до столкновения выжили. Меня подождешь? Хотя, иди, иди, иди на них, иди. А, ну да, да, конечно. Ну хотя бы второй. Это ты. Ты видел, сколько у него банок? Молчи лучше. Хотя бы второе место. Это это засчиталось. Это, это слава богу, засчиталось. Пошли еще раз. А, было бы классно. Да, первое место это считается. Давай поменяемся сейчас телефонами, если ты хочешь. Не. Не хочешь? Нет. Просто я очень хорошо играю на ПМ. А я очень плохо играю на ТИК. Ке, на ТИКе. ТИКТОКе! Там ПМ. ПМ. ПМ, со мной бабушка. Я бы не ходил на твоем месте там. Потому что она может тебя грохнуть. А, особенно тогда, когда я тебя понял. Я тебя понял. Нет, я не. Еще обменяться хотел. Да чё моя штучка ничего не работает, а? Она вообще на неё. Пять. Мы так и не апнем, да, мне бойца на 20-й ранг. Мы должны. Хотя выходи и поменяй себе подобного хорошего. Точно, я ж уже миссию понял. Ладно, пошли. Я надеюсь, меня будет слышно. А чё вы не пишете там наши... Как мы договаривались, квесты, ну, для меня лично. Напишите в комментариях любые квесты. И мы с Ромой или я один. Рома, будем выполнять её. Да. Я вам уже говорил на примере. Так, что у тебя там? А, у тебя банка там. Иди, не бери. Бери вот это. Лучше я, да. Да. Это ни хрена не умею вот эти мне пользоваться. Иди сюда. Иди сюда. Ай-яй-яй. Больно. Сейчас я на меня пойду. Ну да, беги. Она тебя может убить, а ты бежишь на нее. Это я могу через стену кидать. Ой, тебе помощь нужна, да? Да. Ты накопил, нет ульту. Ой, господи. Нет. Нет, копи. Копил. Да. Нет, не кирби. Тип, беги. А, ну. Крыса! Просто крыса! Сейчас я выйду, поменяй бойца. Согласен. Короче, я решил апать Ниту. Лучше Ниту. Лучше. Я Джесси. Он Джесси, я Ниту. Ниту, я, да. Он Джесси. Да. Все. Да. Как всегда, играем в парные столкновения. Да. Так, собирай нижнюю, я верхнюю. Почти немножечко доходит. Вон, какой же ты плохой. Нет. Вот зачем ты туда пошел? Мне 4 банки, у тебя... Ну, сам понимаешь. Лечись, лечись. Ну, так-то, по сути... Чел-пук, паук. По сути, виноват я. Нет, бери... Надо было раньше. Убей! Убей! А, ты мой хороший! Ты мой лучший медвежонок, чики-пуки! Ты просто гений. Ты царь пушка, я тебе скажу. Вот это. Рома, давай на него лезь. На него бери. Банки собрать не судьба. Да. Лечись, лечись. А, все нормально. Пушка твоя. Просто пушка. Это не ты. Фу, слава богу. Господи. Спасибо. Только не совершать твои ошибки. Не совершать. Мои, господи, боже, упаси. А, нет, нет, Рома, помоги, иди, Рома, помоги. Иди за шаги. Блин, Рома, бери мою банку ту нижнюю и убегай. Вот все, хорошо. Фуф. Блин, там у нее папер.
Там не на майк, ну ты в курсе, да, что она творит? А! Тихо. Иди за верхней банкой, иди за верхней банкой. Да-да-да-да. Ты гений, Рома, гений. А ты мне ничего не сделаешь, ты дурачок. Да, ты дурачок. Так, у меня есть медвежонок. Медвежонок. О, это фигня моя. Вот это фигня моя. Да, ладно. Только и воспользуйся нормально. Неужели он... Ой, я понял. Не смейся, как... О, ты мне 4 банка. У тебя сколько там? 14? 11. 11, да-да, вот я... Вот у меня... Да, я иду. Я только что подобрал один так что... Какой коктейль Молотова, ты дурак? Я не знаю, как это называть. Это просто... А, меня тут убивают! А меня нет. Да, конечно, у тебя 11. Ну, уже... Погоди. Блин, я тут погибаю, походу. А, я тут погибаю. Ты-то чё тут погибаешь? Давай, иди туда, иди, Рома, не бойся. Хотя нет, ты должен был бояться. Ну ладно. Я себя слышал. Себя? Да, себя. И прям это так висел. Лучше апать того, кто, это сказать, ближник, да. А не кидальщик, вот этот, метальщик, ладно. Да. Ну, то пока кидаешь, можно сказать, патроны летит, надо было бы... Мне кажется, да. Иди вниз, наверное. Ну, у тебя с самого начала 3000, а у меня с самого начала 5000. Что-то тут никого вообще не видно. А вот все. Увидел, понял, принял. Обработал. Рома! Ты... О, да ты че, смешно. Смешно, прикольно сказал. Ты его убьешь? Меня еще лицо. А, меня тут убивают. А! Давай, грохни! Нет, медвежонок! Рома, живи! Я тебе так просто напомнил, знаешь? Просто живи. Ай, она глупая, она не попадет в тебя. Она уже все. Ты на дальность вообще смотрел, нет? Нет. Вот я тоже что-то думаю. Не иди. Ну ладно. Давай обойдем их, да и все. Турель! Ка! Да, Рома, это не ты. Может, убьешь ее? Сам убьешь? Да, нет? Да. Не убьешь. Да и у меня тут плохо все. На тебя бежит. На меня? Да. Ты на меня, что ли? Ты чё, на меня не надо? У меня есть медвежонок! Одна секунда. Аллилуйя! Ты их обоих убьешь, Рома, да! Подожди меня, чтобы... Толкновение! Я пойду, Рома, я... Ну да, трать свои жизни. Я пойду. У меня больше здоровья. Я же как бы спортсмен. Давай, иди на меня, давай. О, 12 банок. Ах ты ж какой падлюк. Ну, если б я ультанул, он бы мог их... Все равно они тебя апнули. Это у нас 20-й ранг. Тебе 300 дали? 300. А мне только 100 дают. Только 100. Так у тебя, смотри, какой ранг, 10-й. Я в курсе. Вот и все. Так, давайте посмотрим, что у нас есть тут, как сказать-то. Очков. Да. А, да, вот этих жетонов, да, для... Миссии выполнять, и все. Квесты выполняем, да. И все. Сундуки открываем и прощаемся. Да. И мы увидимся на моем видео. На у нас тут такое было. Не могу. Короче, мы тут всех вымотали. Короче, вот так. Короче, всяк. Да. Рома остается один, да, на один. Я ему... Нет, там один против двух. Да, я расскажу. Я взял баночку этой силы. Я, короче, побежал на них. Я стрельнул, они стреляют. Короче, он всех убил. Один. Они меня убили уже. Ой, после этого, как его там... Димона, уже не знаю, что сказать. Ой, Динамайка, во, Динамайка, вспомни. Идем на них, пофигу, мать. Да,
Молодец, это я убил. Уже, господи, уже 10 кубков, ты чё? Ты чё, больной? Губков, господи. Да, всё, у меня тоже кубки. О, господи, убегай, пожалуйста, Рома. Живи. Я баночку без смерти. Да, иди ты чё там? Господи, Рома, умер! Я умер, забирай баночки, Лучше бы ты их забрал, понимаешь, Рома? Да, себе, понимаешь? Вот я ставил. Мне твои подачки не нужны. Не понял. Да ладно, шучу. Плохие шуточки, ну да ладно. Опять этот... Динамай! У него 14, у меня 3. Это у нас Шель, это у нас Тара, которая забрала у тебя банки. Бывает. Вкусно! Не могу! Она еще и с пассивкой была, или что это, гаджет, не знаю. Ладно. Мы все равно не добыли мне одного, всего лишь-то одного. Блин, печально. Надо бы заканчивать. Да, надо бы заканчивать. Открываем мои три ящика. Как всегда, видео прошло просто так. Да. Было немножко весело, немножко грустно, немножко скучно вообще просто. Да, но все веселье было не перед камерой. Ну мы хотя бы апнули мне не то что ли. До 20-го. Да, теперь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бойцов у меня на 20-м ранге. Всем спасибо за просмотр. С вами был Демон и Роман. Всем удачи, всем пока, пока, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ко мне тоже. Ну, к нему тоже. Да. Оставлю ссылку на него в описании. Всем пока.